помимо того, что я говорил, что он нытик, что он то, но он... Блохин гениальный футболист? Гениальный футболист. Он просто гениальный футболист. Если все, что он забил, что у него было моментов, угу, это он бы набил столько это. А кто лучше, как футболист, Блохин или Шевченко? Да нет, они разные футболисты. Ну, если надо выбирать. Ну, я Блохина бы выбрал. Блохина? Да.